развлекательном центре «Фантастика» сейчас проходит шопинг-марафон для обладателей карт постоянного покупателя. Но в отличие от обычного марафона, победитель получит не кубки и не медали, а кое-что более практичное – шопинг «Фантастики» на 50 тысяч рублей. Карта «Фантастики» – это настоящая палочка-выручалочка для покупателей. Мало того, что по ней можно получать скидки. Ее обладатели участвуют в разных акциях и выигрывают подарки. В мае за любую покупку по этой карте покупателям выдают специальный купон. Его нужно зарегистрировать на стойке информации, чтобы получить сертификат от ювелирного салона и вступить в шопинг-марафон. Тот, кто накопит на карте «Фантастики» покупок на наибольшую сумму в период с января по май, получит в подарок шопинг на 50 тысяч рублей. Обязательно будем копить на нашей карте баллы и участвовать в программе «Шопинг-марафон». Сегодня мы получили сертификат в ювелирный салон. И обязательно ими воспользуемся. Часто ли пользуетесь этой картой и чем она удобна? Ну, скидки делают большие. Удобно очень, да. Я пользовалась, и вот в Алтыне мне давали сувенир, подарочек. Несколько раз брала так сувенир. В общем, в акциях «Фантастики» участвуете? Да, да. И в этой поучаствуете? Обязательно. Победитель марафона получит шопинг на 50 тысяч рублей от торгово-развлекательного центра «Фантастика» 12 июня. Будут также ценные подарки для тех, кто накопил на своих картах максимальные суммы, но не занял первое место. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, столица Нижний.